Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вы смотрите «Новую неделю» с Анатолием Голем на ТВ-8. Сегодня парламент провел последнее заседание в рамках весенне-летней сессии. Депутаты приняли закон, который запрещает членам партии ШОР на протяжении 5 лет баллотироваться в качестве кандидатов на выборах, а также продлил еще на 60 дней режим чрезвычайного положения. Также был принят закон о создании Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией, ряд других законодательных актов. Об этом, но и о политической ситуации в целом, о некоторых итогах политического сезона, так как сейчас все политики будут уходить в отпуска, поговорим сегодня. У нас в студии независимый депутат Василий Боля. Добрый вечер. Добрый. И председатель сообщества «Вайшдок» Валерий Паша. Добрый вечер. Господин Боля, наверное, с вас начнем. С вас начнем. Я знаю, что вы были у моих коллег на передаче, и они задавали этот вопрос, но я хочу напомнить, я посмотрел свой архив, 3 апреля вы были у меня на передаче с господином Нантой, если помните. Угу. И я тогда произнес следующую фразу. В последнее время явление политических перебежчиков вновь стало актуальным для Молдовы, почти как в период Владимира Плохотнюка. И задал вопрос, вы следующий, господин Боля, на выход из партии социалистов? Угу. И вы что ответили? Не дождетесь. Не дождетесь. А вы мне уже задавали этот вопрос? Я не задавал. Чуть позже. Нет, я не задавал. Моя коллега, может, Юлия может задавала, быть. Но вы может у меня быть. Не были с тех пор. Я проследил. Чаще приглашаю. И в мае дождались. Вот я хотел, чтобы вы объясните, что означает. Нет, не дождались моего ухода, дождались того, что меня ушли. Я уже об этом говорил очень много раз. А вы бы не ушли? Нет, я не собирался уходить. Ну, я максимум, что хотел, может быть, да, вот видя вот ту борьбу, которая происходит внутри партии между двумя, сейчас я уже понял, что есть еще и третий клан, да, хотел сложить себе полномочия члена Республиканского совета остаться. Кланы в партии социалистов? Да, вас это смущает? Ну, а кто третий? А кто первые два? Да, это они сами разберутся у них внутри, но то, что происходит сейчас в партии социалистов, конечно же, вот эта борьба ведет к тому, что люди уходят, люди разочаровываются, да, в той невнятной политике, которая ведет в последнее время партия социалистов, и той игре в поддавки, да, с властью или в унисон, в тандеме с властью желтых. И, конечно же, люди разочаровываются, кто уходит, кто выходит из партии социалистов и примыкает к другим проектам. А те можете все-таки расшифровать? Потому что мы ждем, когда партия социалистов объявит кандидата на пост примара Кишинева. Ну, я уже говорил, сначала в этом... Было, сначала было два... Будет третий, я думаю. Не будет ни Влад Батренча, не будет ни Игорь Дадон. А ну, Игорь Дадон уже сказал, что не будет. А третий кто? Третий — это представитель третьего клана. Вот мы пытаемся... Думаю, что да. Узнать, а кто, думаю, что да. Кто третий, да, клан? Ну, это... узнаете. Господин Паша, вы все знаете, кто третий? Кто будет третий? Ну, я могу только предполагать, гадать, там... Ну, вот сейчас я не вспомню имя, если честно. Ну, я думаю, что время придет, зачем сейчас заниматься этим гаданием. Вы такой молодой, не помните имя. Ну, это, наверное, связано не столько с тем, молодой я или не молодой, а с тем, что не слишком часто приходилось слышать. Анализировать. Ладно, не будем мы о том, что происходит в партии социалистов. Тем не менее, осенью уже все равно мы вернемся, осенью будет все ясно. В сентябре кто, ну, как кандидат? Сказал Игорь Дадон, что через неделю... Игорь Дадон сказал, что кандидата назовут 7 июля, я запомнил, на заседании Республиканского совета. Ага. Заседание было не 7-го.
9 или 10. Видите, вот в том числе от этого разочаровываются люди. Потому кандидата что говорят. Прошло еще вот месяц тех вот заявлений, поэтому... Я думаю, что еще недели две пройдет определяться в конце. На прошлой неделе партия социалистов выступила с заявлением о том, что социалисты подвергаются беспрецедентной атаке со стороны как режима Майи Санду и партии ПАС, так и организованной мафиозной группировки, возглавляемой Иланом Шором. Беглый осужденный преступник Илан Шор, используя партию «Клон», так называемое «Возрождение», инициировал массовый процесс развращения и скупки членов ПСРМ. В течение последних месяцев представители партии Шор и депутаты-перебежчики Василий Боля, Ирина Лозаван, Александр Нестеровский и Суходольский напрямую связывались с десятками депутатов, примаров, местных советников, руководителей территориальных организаций, обещая им суммы в несколько миллионов лей за выходов из ПСРМ. Угу. Цитата точная с сайта партии социалистов. Да, я тоже читал это. Новости. Тоже читали? Да. Так это значит, что они, люди эти, не разочаровываются в ПСРМ, а очаровываются вами. Почему так считаете? Ну, спрашиваю, исходя из этого. Люди, которые разочаровываются в ПСРМ, из-за той, я еще раз говорю, из-за той политики, которую они ведут, играя в поддавки вместе с партией власти, вместо того, чтобы бороться, да, с режимом ПАС, они играют в поддавки. Могу привести несколько примеров. На прошлой неделе, в четверг, в районном совете Каушан, вот господин Паша оттуда из Каушан, знает, что произошло некое голосование. Там социалисты вместе с демократами у власти, да, решили избрать третьего зампредседателя района, вот ПАС. Все правые, ЛДПМ, КУБ, платформа «Да», кто хотите там, да, вот все правые были против, и коммунисты в том числе. Коммунисты тоже правые? Нет, и коммунисты в том числе, я имею в виду, как коллеги по блоку. И только представители партии социалистов голосовали за третьего зампредседателя района за месяц до того, как вот начнутся у нас местные выборы, не знаю зачем и почему, не то есть решение не было проголосовано, потому что не набрало нужное количество. Проголосовало 16, а должно было набрать 17 голосов. Один от социалистов, я так понял, что в конце концов понял, что тут разыгрывается какой-то театр и спектакль, вышел из заседания. По крайней мере, так мне сказали коллеги. Вот, пожалуйста, одно из сегодняшний выход. Да, требуешь, чтобы позвали кого? Премьер-министра, да? Чтобы задать вопросы, слушанию по Каламитес Натурале и так далее. Премьер-министр пришел. Чего ж вы ушли, ребят? Премьер-министр пришел. Я тоже... Могли бы задать вопросы. Я тоже на это обратил внимание. Могли бы задать вопросы. Уважаемый премьер-министр, вот скажите, пожалуйста, да, вот у нас мы продлеваем режим ЧП. Сколько вы намерены там денег дать? Вопросов можно было задавать любые, конечно. Конечно, вот и каждый раз, когда Господин Боля, вот такого рода происходит. Вы присутствовали на заседании? Нет, я присутствовал. Не все заседание, но я присутствовал. Я не заметил, что вы задавали премьер-министру вопросы. Вот в тот момент меня не было, да, на самом деле, но я сегодня присутствовал на заседании. Но как-то вы прозреваете, вот вы были в партии социалистов до мая месяца, все было хорошо. Почему так считаете? Позиция партии не изменилась. Они также себя вели на протяжении 2 лет в этом парламенте. И вы нет, были членом этой фракции. Не вели себя на протяжении 2 лет в этом парламенте. Так. Как нет? Нет. Я помню, когда выходила партия с критикой прошлого премьер-министра. Выходили с Моцюнь Симпли, которая вот Василий Боля писал, против министра Литвиненко. Вы не помните это? Против министра здравоохранения. Вы не помните это? Против министра Ревенко. Нет, подождите. Мы вели борьбу. А сейчас эта борьба не ведется. Борьбу. Вот какая? Выступают с заявлениями. Где-то борьба на диване, да, сам с собой. Господин Паша, интересная борьба. Что это новый вид в парламенте. Борьбы, вот как вы расцениваете вот эту ситуацию? Вот мы выходим, пожалуйста, вот я вам показал, в каждом районе в Кишиневе собираем подписи, вот антипас. Нас тут сидят и гнобят, да, некоторые, видимо, родственники. Вот
родственники министров. Нет, это работа за один день на одной палатке. Вот там тебе пас, пожалуйста. Я могу вам показать. Очень много людей подписывают. Номера телефонов, это все вот, к выборам. Против ПАС. И поверьте мне, что мы соберем нужное количество вот этих подписей. И сделаем соответствующее обращение, чтобы эта партия, которая на молдавском рекаптурат, да, институт Селестатова. Перезахватила вот государственные органы, начиная от органов юстиции, Конституционного суда, консилио аудиовизуалы, да, совет по телерадиовещанию и многие другие, которые отменила повсеместно конкурсы, а там, где не смогли отменить, организовывали эти конкурсы, я прошу прощения, даже не в туалете, а где-то в других местах. Вот все это не называется европейской интеграцией. У нас за 2 года 100 тысяч людей стали диаспорой. А они о чем говорили? О том, что вернуть диаспору наоборот в Молдову? Нет. Еще так, больше людей вышли. Соберете подписи и что? Соберем и будем инициировать тот же самый процесс. Который? Тот же самый. О декларации этой партии неконституционной. Потому что так, как они себя ведут в этой стране, даже режим Плохотнюка себя не вел. Ну, режим Плохотнюка сотрудничал с партией социалистов тогда, и было все хорошо, когда вы были в оппозиции. Господин Пашах, что происходит, на ваш взгляд, это перебежчики, не перебежчики, перетягивают, потому что очень многие говорят, что социалистам все-таки не хватило духу сказать, что людей из партии социалистов вырывает не столько партия Возрождения, господин Боля, и точно не Майя Санду и ПАС, а это делается с указания... Смотрите, с чего начиналась партия социалистов? Я имею в виду серьезная партия социалистов, а не то формирование, которое существовало до прихода туда Игоря Дадона и его команды. Да, это началось с подкупа депутатов партии коммунистов, который организовал Владимир Плохотнюк, да, подкупив в первую очередь Игоря Дадона, Ивана Чебана, не знаю, насколько в этом напрямую участвовала госпожа Гречана. Это факт, исторический факт политической истории Республики Молдова. 4 ноября 2011 года. Да, то есть с этого все как бы и начиналось. Соответственно, определенно, ну, опять же, существует риторика. Я не хочу вступать в полемики с господином Болей. Он представляет это все как вот прямо такие серьезные действия, в которые он прямо верит. Он профессиональный политик и может говорить любые вещи, вот так как вы упомянули, что вот, а тогда как же было? И он скажет, что нет, не было. Ну и вот мы можем вот такую вот полемику, в которой аргументы не важны, вести до бесконечности, и зрители, которые нас смотрят, непонятно, что поймут из этого. Но происходит серьезный передел. Вот вы говорите, что давайте не говорить о том, что происходит в партии социалистов. По мне, то, что происходит сейчас в партии социалистов, наиболее интересное вообще, что есть в молдавской политике, вот чисто такой политологической, давайте скажем. Процесс сам по себе. Да, потому что там изменения довольно серьезные. Борьба внутренняя, и это совершенно понятно, существует довольно давно. И она обострилась после президентских выборов 2020 года, когда многие в партии, насколько я понимаю, там, в том числе господин Батрынч и другие, надеялись, видимо, что вот, ну, сейчас они сбудутся Дадона, который, да, может, там и был популярным политиком, но проиграл президентские выборы и будет тащить партию вниз. Но вместо этого господин Дадон показал чудеса изобретательности и изворотливости и просто поставил всю партию перед фактом того, что он возвращается к руководству партии. Вот, я не знаю, господин более подтвердит или нет, но, насколько я понимаю, было заседание Национального совета после президентских выборов, где основными спикерами, которые выступали за возвращение господина Дадона на должность председателя партии, был Богдан Цырдия и Ирина Влах. Вот. Я не знаю, я вот так слышал. Ирина Влах? Ирина Влах нет. А про чем здесь Ирина? Ну, я спрашиваю, насколько это так, потому и что... И Богдан Цырдия не является вообще членом партии. Я не об этом говорю, я говорю о тем, кто выступали. Ну, так или иначе, я понимаю, что провернул эту операцию господин Дадон довольно успешно.
и наверняка без санкций из Москвы о том, что он возвращается на руководство партии социалистов. Видимо, скажем так, более молодая часть партии социалистов ждали, что их пригласят в Москву и скажут, а сейчас мы вас там ставим на руководство партии, потому что этим всегда являлась партия социалистов, такой экстенсией, или, ну, скажем так, приложением к российскому влиянию в Республике Молдова. Оттуда тянулась и финансовая поддержка, и самое главное, политическая. Финансовая тут далеко не самая важная. Медийная поддержка, политическая, да, ну вот мы помним, была партия Игоря Дадона, которая больше года набирала в опросах 1,5-2%. А фотография с Путиным, и они набирают сходу первое место на парламентских выборах 2014 года. То есть это была такая передача рейтинга. Соответственно, после вот этих вот внутренних неудавшихся разборок пришлось приезжать Дмитрию Казаку, если помните, да, вот эта вот встреча в посольстве Российской Федерации, куда позвали и Воронина, и Дадона, и, ну, по сути, Дадона отодвигали от руководства. В августе 21 года. Да, вспомните вот всплывшую в расследовании американских журналистов переписку между Игорем Дадоном и Игорем Чайкой, где он открытым текстом говорит, что зря вы меня списываете со счетов. Но в определенный момент стало совершенно понятно, что ему запретили просто политическую деятельность. Он стал председателем или сопредседателем вот этого союза деловых людей, так называемым. И ему не разрешали заниматься политикой. Но случилось так, что у партии социалистов своей идентичности, кроме Дадона, вот кого-то лица узнаваемого и популярного, не было. И даже несмотря на падающий рейтинг, он все равно оставался как бы вторым политиком в стране. Это показывали все опросы. Он пишет пост в Фейсбуке или на своем Телеграме, и это становится новостями. Партия социалистов делает заявление, это не становится особой новостью. Так уже оно работает. В итоге господин Петренча понял, что партию никуда вести не может, и смирился с тем, что Игоря Дадона нужно возвращать. Но, видимо, было уже поздно. Плюс налицо конкуренция, борьба между Шором и Дадоном за поддержку Кремля. Это совершенно понятно. Да, Шор из штанов лезет вон, чтобы показать, что он готов на все. Нужно организовать провокации на протестах. Организуем. Нужно скупить какие-то выборы, скупим. Да, у социалистов, у большинства все-таки есть какие-то лимиты. И не то, что они там не являются идеологическими сторонниками кремлевской политики, скорее просто люди не хотят лезть на рожон. Есть определенные красные линии. Да, они хотят так поспокойнее. Да? Многие из людей, которые в этой партии вообще не верят во всю эту риторику. Да? Там, мы шутили, что если бы партия социалистов чуть побольше депутатов набрала на парламентских выборах 2019 года в феврале, то это была бы партия с крупнейшим представительством людей с румынским гражданством в парламенте Молдовы. Ну, там, одно дело говорите, другое дело, что эти, во что люди верят. Сейчас я считаю, что после выборов в гагаузской автономии Илон Шор сумел заручиться полной поддержкой в Москве. И, соответственно, примерно все, что он предлагает, то и реализуется. И вот тот факт, что Игорь Дадон не идет на выборы в Кишинев, во-первых, это показывает, что реальной целью Кремля в Молдове является раскрутка Ивана Чебана. То есть, ну, понятно, кому выгодно не участие Дадона в выборах. Два. Если Игорь Дадон не участвует в выборах примара Кишинева, а другого рейтингового кандидата, даже тот же Батрынча, не является несравним просто, это получается, что партия социалистов просто будет таять. Да, и после выборов в Кагаузии это стало основной целью Илона Шора. Ему нужно полностью сбыться вот этого конкурента в образе Дадона и партии социалистов. Дадон молчит, его ломают. Да, они там вот начали сейчас выступать с какими-то заявлениями против Илона Шора и всей его группировки. Ответка была очень прямой. Вспомните заявление Марины Таубер в парламенте. Ну, соответственно, дальше эти процессы. Опять же, я не хочу обижать господина Боли, он просто человек мне глубоко симпатичен как политик, я его не воспринимаю, потому что я не вижу у него возможности иметь какое-то свое мнение политическое, его представлять. Да, он участвует профессионально, насколько это бывает, к сожалению, подобным образом в молдавской политике, и что написано, что нужно говорить, то и говорит.
Но совершенно понятно, что проект возрождения — это проект под прямым кураторством Илона Шор. Это довольно сейчас явно со всех сейчас сторон. Сейчас мы спросим господина Боля. То, что довольно длинно, но интересно рассказал Валерий, как вы, насколько это близко к истине, так как вы знаете изнутри ситуацию. Знаете, как есть писатели-фантасты, есть писатели, там, которые пишут на разную тему, в том числе на детективную. Есть писатели, которые, либо люди, которые могут жонглировать разными родами идеями и гипотезами. Но господин Паша не писатель. Аналитик может стать писателем. Что касается того, что происходит в партии социалистов, я не буду уже говорить об этом. Почему? Потому что то, что происходит у них, это происходит у них. Вы уже не у них. Давайте оттолкнемся от последнего, то, что господин Паша сказал, что партия Возрождения — это платформа для, для господина Шора. Я вам хочу сказать следующее, что на протяжении последних двух-трех месяцев я слышал очень много, что вот сейчас запретят партию Шор, запретили. Что вот они сразу сейчас все переметнут, они сейчас все уйдут в Возрождение. Да не уходили никто и не приходил никто в Возрождение, даже если будет стучаться в дверь, мы не сможем и не захотим их принять, потому что, во-первых, закон не позволяет, во-вторых, они не являются представителями, как вам сказать, левых взглядов. Да, я об этом всегда говорил. Мы кто? Партия Шор бывшая? Представители, да, партии Шор. Почему? Потому что Илон Шор не является человеком левых взглядов. Он бизнесмен, который использовал некоторые, скажем так, социально направленные рычаги для того, чтобы добиться каких-то своих целей политических. Но ни в коей мере он не является человеком левых взглядов. Мы в партии Возрождения пытаемся построить молодую, хорошую команду, которая может показать и доказать на деле, что молоды, но знаем как и умеем, да, влиять на определенные процессы в стране и делать политику. Да. А какие отношения между партией Возрождения и командой Шор? Да какие? Некоторые вот сегодня мне, опять же говоря, за Каушана, кто-то говорил, а вот ты знаешь, там есть от партии Шор, которая бегает, не знаю, по району, что-то там готовят к выборам и так далее. Я говорю, я не знаю этого человека. Другие тоже. Хорошо, какие у вас отношения с Иланом Шором более прямо? Никаких. А зачем вы ездили в Израиль после выборов? Я уже, знаете как, на 10 или 15 каналах разговаривал об этом. Этот вопрос вам будут задавать. Нет проблем, могут задавать, и я на него буду отвечать. Вы едете в Тель-Авив встречаться с преступным олигархом, который приговорен к 15 лет тюремного заключения. Угу. Так. Для чего? Для того, чтобы поговорить о ситуации и как он видит будущее, развитие и вхождение в власть, нового Башкана, и каким образом будут события в Гагаузии развиваться. Продолжим после короткой рекламы, свою мысль. Хорошо. У нас реклама, тема открывается более длинная. Вы специально сначала задали вопрос в самом конце, а потом... Оставайтесь с нами, через несколько минут мы вернемся в студию. Dacă vrei să urmărești toate emisiunile Freedom și cele mai importante fragmente, atunci abonează-te la pagina de YouTube TV8.
sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavca, doar la TV8. Dragilor, nu uitați să vă abonați și la canalul nostru de YouTube, TV8. Aici găsiți toate edițiile emisiunii Iubește Viața și tot aici pe YouTube găsiți invitații noștri minunați care au stat pe această canapea și și-au spus istoria de viață. Au fost istorii impresionante de viață, istorii care vă pot motiva, vă pot inspira. Și nu uitați să ne lăsați și comentarii, ne va face mare plăcere să le citim. Vă aștept! 30 лет независимости, 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. Zilnic se întâmplă ceva. Tot ce e important. Eu am 5 copii și câți străini. Noi țărănii mei lăsați, suntem tare obligați. Tare, tare, tare. Tot ce contează. Toți cumpiesc. Evenimente care îți schimbă viața. Momente cruciale. Duminică, ora 19:00. Sinteza cu Natalia Ghețu. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o usucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu fierul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Bine v-am revesit la Cutia Neagră. Am o viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Pe cele așa și smurează în procuratură. Ваша коллега с правительства даже сказала, что вы там доминировали, и все признали, что вы большой доминант. Только не возьмем цель доминанта. И что дальше ждет нас? Это самое страшное. Кстати, пошит этапа унитерибилизм симплу. Молдовия в экономическом плане более-менее нормально, более-менее стабильно. Повышение вот этих цен, билд и даже работающим, я уже молчу про пенсионеров. Сила духа, про украинцев. Главные события уходящей недели. Мнение экспертов. Международная арена и ожидания рядовых граждан. По субботам. Подводим итоги с Юлией Будеч в 22:30 на ТВ8. Чтобы не пропустить все выпуски программы «Альтернатива», ищите нас в Ютубе. Мы вернулись в прямой эфир. Господин Боля, я вас прервал, потому что открывали другую тему, и чтобы у вас было время давайте подумать. Давайте я закончу. Да, здесь пожалуйста. Время подумать. И поехали туда, в Тель-Авив. Я же не поехал сам. Поехали втроем, в том числе с кандидатом Виктором Петровым, который набрал третье место на выборах Башкана. И мы обсуждали вот именно тему касаемо... Значит, поехали договариваться? Нет. На каких условиях и сколько стоит поддержка Виктора Петрова и Василия Боли, кандидата Евгения Гуцова? Поддержка Виктора Петрова. Виктор Петров никого не поддержал во втором туре. А поехали уже после.
того, как Гуцул выиграла. Гуцул выиграла эти выборы. И поехали разговаривать о том, каким образом будут реализованы те программы и обещания, в том числе, которые дал Виктор Петров перед своими избирателями. И то, что вы видели, да, предложение Башкана Евгений Гуцул, чтобы Виктор Петров был одним из заместителей Башкана. Я думаю, это что... результат вашей поездки в Тель-Авив. В том числе, да. И не только, скажем так, это должность Виктора Петрова. Есть и другие моменты, которые были предложены для того, чтобы реализовать вот ту программу «Гагаузии моей мечты», с которой вышел Виктор Петров. И где-то она сплетается с теми обещаниями, которые в компании вышла Евгения Гуцул. «Гагаузия моей мечты», «Край мечты», уф, какие-то ну, мечта вот у вас совпадает. Скажем так, сквозь или через глаза Михаила Серкели, да, освещали ТВ-8. Эти выборы Башкана в Гагаузии, а нужно было быть и присутствовать непосредственно там, для того, чтобы чувствовать, да, кто из кандидатов с чем идет и какая поддержка есть. Я вижу, что уже некоторые, которые очаровывались, уже начинают разочаровываться. Это всегда бывает в политике, знаете, как, видимо, в конце концов не получили того, на что рассчитывали, и поэтому начинают чуть-чуть разочаровываться, потом опять будет очаровываться, это всегда бывает. Потом и другие не получат. Но... А на ваш взгляд, вот эта попытка утверждения исполкома, вот вы... юрист. Мне всегда в парламенте нравилось, что вы как юрист выступали и говорили, статья такая-такая. Вы читали уложение Гагаузии? Конечно. Вообще нормальная процедура утверждения исполкома? Что вы имеете в виду? Нормальная Я имею в виду, что в уложении Гагаузии написано, что избранный Башкан представляет состав исполкома на утверждение Народного собрания. Избранный Башкан сидит в сторонке. Елан Шор на площади представляет состав исполкома. Избранный Башкан не приходит на заседание Народного собрания, где она должна представлять... Видимо, потому что избранный Башкан уже понимала, что будет снят этот вопрос повестки дня. Что касается... Есть обязанность избранного Башкана я по уложению... Я прекрасно понимаю, господин Боля. Я не буду отвечать за избранного Башкана. Вероятно, да, никто из нас... не рождался, да, Башканом, депутатом, президентом, председателем парламента. Вероятно, еще и нужно войти, да, во все эти процедурные моменты, потому что даже вот в нынешнем составе вот парламента, если вот даже взять председателя парламента, который должен на зубок знать регламент, я вас уверяю, что даже у председателя парламента вместе со всем управлением, да, юридическим, будут возникать некоторые нюансы и моменты. Так сложно прочитать в это уложение и процедуру утверждения Башкана? Не сложно, но знаете как? Но между Возрождением и Шор произошла какая-то смычка, потому что господин Петров со всей своей партией, движением, там как оно называлось, Халки, Гагауз, чего-то там, Халберли, да. Халберли вступил в партию Возрождения. В то же время он является заместителем председателя исполкома, ну, кандидатом. Так. То есть вы входите во власть с партией Шор? Нет, мы с партией Шор не входим во власть. С бывшей партией Шор, с командой Илана Шор? Нет, представитель, значит, Виктор Петров был делегирован заместителем Башкана Гагаузии. Партии Возрождения? Партии Возрождения, да. То есть вы входите во власть, в это правительство? Ну, еще не входим, но войдем. Но войдете. Валерий, как расцениваете то, осенью, что происходит? Войдем, я уверен, что Гагаузии. И почему? Местную власть сейчас мы готовим. Вот, идет активная подготовка к выборам. И... На выборах местные органы власти будут использоваться те же средства, что и на выборах Башкана? Что вы имеете в виду? Вы знаете средства? Прекрасно, что я имею в виду. Вы какие средства имеете в виду? Денежные. Финансовые? Денежные. Все зависит от того, какой будет приход. Какие будут донации. Приход к кому?
всякая политическая партия, тогда, когда участвует в выборах, открывает избирательный счет. На этот счет поступают донации от граждан, физических лиц, либо от юридических. И что у тебя поступило, пожалуйста, то и трать. Я понял. Как вы думаете, донации будут большие? Я думаю, будут большие, да. Из Тель-Авива? Да, ну, не знаю, сколько из этих донаций попадет на официальный. Я понимаю ваш сарказм. Вы, наверное, сегодня пили чай или кофе с Игорем Гроссо, потому что он сегодня так намекал, что у него плохая ситуация с математикой, с арифметикой, зато хорошее чувство юмора. Вы в парламенте пьете чай и кофе? Да. В Гагаузии происходит ожидаемый, в принципе, постэлекторальный процесс. Я об этом писал, по-моему, еще до первого тура или после второго тура, не помню, выборов Башкана. Это то, что наивные, повторюсь, наивные местные политические элиты в Гагаузии. Они считают, что если они там десятками лет занимаются политическими игрищами и круговым предательством друг друга, они смогут обдурить главного политического наперсточника, да, страны Йонана Шора. Да, что вот он будет им платить, а они будут рулить, в том числе тем Башканом, за которого он заплатил, я думаю, больше миллиона долларов потратил. Которая будет сидеть в кабинете так и не мешать назад. Им делать бизнес. Да, и там дальше господин Константинов с другими местными элитами будут всем управлять и еще за это получать деньги от Шора. Лично для себя, плюс на развитие там регионов Гагаузии, какие-то проекты и так далее. Вот. Ну, такие нью-васюки себе придумали товарищи. На самом деле, позиция у Шора, и здесь я согласен с господином Боли, то, что он, ну, сложно это назвать, но якобы бизнесмен, то есть думает он очень финансово. Вот. И, соответственно, он решил делегировать, помимо всей вот этой вот политической местной шантропы, человека, который будет всем управлять. То есть сегодняшнего мэра Аргеева, господина Бережана, человека проверенного для Шора, который в том числе немножко разбирается в администрации, и плюс которому Шор уже не боится давать на руки деньги что-то делать. Да? И дальше будет номинальный Башкан Гуцул, ее замы, да, там, ну, понятно, там местные элиты делегировали, например, насколько я могу понять, господин Константинов, есть такой персонаж Михаил Влах. А кто его может принимать всерьез? Никто не может его воспринимать всерьез. И убедить, ну, так или иначе, оказавшихся на определенный момент наивными, но все-таки с каким-то жизненным опытом людей, как Константинов, потому что вот у тебя там есть Михаил Влах, и вот что тебе еще надо? Будешь участвовать во всем этом деле? Видимо, недоубедили, и поэтому не прошло, скажем так, появились преграды с этим назначением. А все остальное, что там процедура не соблюдена и так далее, это понятно, что скорее отговорки. А вот что случится дальше? Очередной торг. Да? Но я думаю, что со временем дойдет и до местных политических элит в Гагаузии, что они совершили большую глупость, впустив туда такую силу, как так называемая партия Шот. Потому что так или иначе у всех остальных были плюс-минус все-таки местные политики как-то с какими-то структурами, как-то интегрированные. Вот тот же Петров, да, и то он довольно, скажем так, интрузивный элемент относительно, но он все-таки там уже прижился, пустил корни, связи, это все как-то участвует, да. А тот же кандидат, который был от партии социалистов, который, кстати, меня очень удивил, его результат во втором туре 48%, я ожидал, что он наберет намного меньше. Но он более или менее. А тут просто человек, который... Валерий, насколько... Ну, извините, сложно насколько... определить, кто такая госпожа Гуцул. И им привезли ревизора. А они, оказывается, этого не ожидали и не совсем с этим согласны. Господина Бережана. Конечно. Насколько велик риск, что вот история с выборами Башкана повторится на выборах в местные органы власти? Господин более делает вид, что не понимает, о чем я говорю. Где? Вы прекрасно понимаете. Где? В Гагаузии и в других, во всей стране, в разных регионах. В Гагаузии, я думаю, повторится и массово, потому что Шор пытается превратить этот регион в такую крепость, да,
который он полностью или насколько может берет под контроль. Почему? Потому что это стратегически важный регион и для Москвы, это постоянный такой раздражитель для всей Молдовы, это регион совершенно понятный. То есть подкуп избирателей там будет, да. А в других местах? А в других местах, где смогут, всюду это провернут. Я уверен, что вторым стратегическим направлением после Гагаузии будет Бельц. Почему? Объясню очень просто. Если мы посмотрим сейчас на рейтинги избирателей, ну, там варьирует от опроса к опросу, но от 15 до 18-19% у партии социалистов есть, это вот мы говорим о населении, которое только правый берег, которое находится в стране. Если переводить это в абсолютные цифры, ну, скажем, это данные 20 с чем-то процентов, это у нас было зимой, вот, по опросам, начало весны. Если переводить это плюс-минус по количеству избирателей, которые еще остались в стране, это до 300 тысяч. Да, я не говорю, что это будет максимум, который партия социалистов могла набрать, но это вот их был уже такой, конкретно их электорат. Если из этого выбить Гагаузию, то это минимум 50 тысяч голосов, около 50 тысяч голосов. Бельца — это потенциально еще около 50 тысяч. Да, соответственно, треть. И я вернусь к тому, что я говорил в начале передачи. Для Шора важно сейчас просто избавиться от социалистов, выбить из-под них этот электорат. Потому что это все-таки так этот электорат куда пойдет? К Шору? Ну, этот частично уже пошел к Шору в Гагаузии. А часть они могут направить на партию социалистов. К Шору куда? Какая будет партия? Это уже дальше. Вот, кстати, хотел спросить господина Болину попозже. У нас Бельцы, не так много времени. Бельцы — это следующее направление. Там будут идти по той же логике. Партия социалистов, я уверен, уже не контролирует, по сути, свою организацию там. Или, как по минимуму, те, кто туда... Ну, там пошли. Они ушли с Нестеровским, значительно. Да, ушли часть Возрождения. Вторая часть — это, я так понимаю, что они выдвинули уже бывшего министра внутренних дел, и к нему примкнул такой персонаж Максим Марашан. Это такой Виктор Петров, бельского типажа. Приехавший из Москвы. Да, ну это другой делегат бандита Кармалака, но только уже в Бельцах. И вот, вот этот человек, там мы видим налицо сотрудничество группы Кармалака и Шора в Гагаузии, но вот в Бельцах якобы они пошли к социалистам. Это смешно. Да, то, что они будут пытаться провернуть в Бельцах, и неважно, кто будет кандидат, да, Марина Таумер, скорее всего, по закону не сможет. Даже если этот закон, который сейчас приняли в парламент, будут впоследствии отменять разными методами, я не уверен, что это случится к местным выборам. До местных выборов это не... Вот. Соответственно, на данном этапе самый перспективный кандидат на должность мэра Бельца — это Рената Усатый. Я думаю, выиграет у любого контркандидата. Вторая — это Марина Таубер, которая еще имеет вот этот вот багаж. Они оба, скорее всего, не будут участвовать в этих выборах в Бельцах. Соответственно, метод партии Шора, то есть массовый подкуп избирателей, перенаправит на кого-то другого. Кто это будет? Спросите, это уже господина время Болю, что вы хотели спросить. Потому что и третий — это Кишинев. Но в Кишиневе избиратели из партии социалистов будут выбивать не в сторону партии Шора, из партии Возрождения и остальных, а будут выбивать под Ивана Чебана. То есть под самый перспективный проект Кремля политический на следующие годы в Молдове. Вот и все. А вопрос господину Боле был, если вы не собираетесь переменить название партии на обязанности или реализации случайно? Нет. Шанс обязанности реализации. Ну, шанс уже появился, партия, да? Ну, уже говорят, что переименовалась партия. Уже одна, да. Уже ждем, кто будет этими обязанностями и кто будет реализацией. На 22 есть монитор в ЧАЛ, можете смотреть каждую неделю. А вот что касается, чтобы закрыть тему вот Гагаузии, я думаю, что все-таки та норма закона, которая предусматривает местного законодательства, что народное собрание может быть распущено после того, как не голосуется дважды состав исполкома. Да, может быть, там будет определенный торг, как вы говорите, или какие-то договоренности, но в конце концов состав исполкома будет в конце концов это будет выгодно Илону. Ну, он их поставит перед фактом. Или утверждаете? Давайте так. Во-первых, это должно быть выгодно населению, жителям, которые проживают в Гагаузии. Я не соглашусь с тем, о чем вы говорили, что вот местные элиты там т-т-т-т-т и так далее. Все-таки выбирали Башкана не местные элиты, а выбирали люди, ну, которые видели, и за это время, пока вот политики в Кишиневе
через тарифы на газ и прочие дела забирали последние деньги из их карманов и говорили при этом, что мы боремся с коррупцией, что мы там скоро будем в Евросоюзе и так далее. Рядом с ними, вот то, о чем вы говорили, Тараклия. Вот люди захотели, чтобы было как в Тараклии. Вот они за это и проголосовали. Ну, посмотрим. Мы видим, вы упрекнули, что мы смотрели на выборы глазами этого Михаила Серкели. А я вам хочу сказать, что у меня в студии был господин Басараб, известный вам общественник из Гагаузии. Я четыре раза выходил на местное телевидение, на радио. И каждый раз он мне задавал вопрос. Я видел... Приблизительно один и тот же вопрос. Я видел Ивана Бургуджи, к которому я плохо отношусь, и могу сказать, почему. Но я видел его отношение, то есть не отнять то, что он стоял вот у истоков Гагаузии и так далее. Я видел, эти люди не особо счастливы. Это еще будет и вы судите по двум... Нет, я сужу по многим людям. А вы хотите, чтобы я судил по тем, которых 3 дня подряд привозили на автобусе одни и те же люди, чтобы организовывать протесты у народного собрания? Точно так же, как делали в Кишиневе? Почему так считаете? Ну, да, потому что я видел видео. Я видел этих людей. Одних и тех же людей. Одних и тех же людей. Я не знаю, почему вот власть побоялась, как вы говорите, одних и тех же людей, которых 3 дня подряд возили. Там люди ночью сидели, дежурили в этой апелляционной палате. Там, если вы это помните. Там даже это довольно смешной эпизод о том, что люди эпизод, просят, когда, а потом эпизод, оказалось, когда, что перед зданием никого не было. Нет, смешной эпизод, когда люди в масках, да, нет, через задний смешно, ход. Это абсолютно глупые эпизоды. И об этом там пытаются чуть ли не через канализацию выйти из заднего придвора и забрать все документы. Это было смешно. Пару вопросов. Да, и к этому об этом предупредили депутатов всех, которые ждали там, в том числе ваших кандидатов, которые ждали всех этих с НЦБК. Они, конечно, действовали очень безграмотно, это надо признать. Вопросы телезрителей. Господин Боля будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии «Возрождение»? Признает ли он авторитет и лидерские качества Александра Нестеровского, ныне руководящего партией? Откуда вы взяли, что Александр Нестеровский... Ну вот так, телезрительно. Исполняющим обязанности председателя у нас является Наталья Параско. Я думаю, что в скором будущем, думаю, что после местных выборов подготовим съезд, который решит эти вопросы. Кто а будет... у господина Мишина вы купили партию окончательно? Что вы имеете в виду, вы купили партию окончательно? Ну как? Ну, вы то, как что... будто на базаре. Знаете, ну, как имеете... у нас Алайба отменил так, эти... Мы же знаем, что патенты, а вы говорите, из 60 партий там добрая половина продается, вот некоторые продаются удачно, ну, некоторые неудачно. А мне не нужно? Мне не нужно. А каким образом возрождение у вас оказалось? В смысле у нас оказалось. Я вам рассказал, каким образом я оказался в возрождении, не каким образом возрождение оказалось у меня. Это две разные вещи. Когда будет съезд? Решим. Я думаю, что после местных выборов. А, после местных выборов. Ну, а возрождение будет иметь своего кандидата на выборы? Так вот это хотел спросить. В Кишиневе, в Бельце? Обсуждаем. Обсуждаем. А почему обсуждаете? Есть это два момента. Вы же партия, которая... Серьезно относится к этому процессу? Партия, которая обсуждает. А если процесс. Не выдвигать, то какая опция? Есть две опции, выдвигать или не выдвигать. Если выходить не либо с составом советников, либо выходить с составом советников и с кандидатом на мэр. Если можно сделать маленький господина вопрос. Чебана, рассматривается вариант, чтобы поддержать господина Чебана? Все-таки ваш бывший товарищ. В первом или во втором туре? В первом, и во втором, и в третьем. Нет, если мы будем в первом туре с кандидатом на должность мэра, то как мы можем поддержать? А если не будете? Обсудим. Мы еще не все-таки ваш бывший товарищ по партии, вы на него работали на предыдущей избирательной кампании? Я не работал, я работал на юге страны. Вот в 2019 году я в компании Ивана Чебана не участвовал. Вопрос короткий. Как вы относитесь к тому, что господин Чебан стал, как он утверждает, поддерживать вступление Молдовы в Европейский Союз? Это его опция.
А ваша опция какая? Моя опция? Я говорил об этом, я являюсь евроскептиком. То есть вы против вступления в Европейский Союз? Да, мы не готовы, во-первых. Ну, вы лично вот считаете, если бы мы были готовы, надо вступать или нет? Давайте я вам скажу, приведу вам маленький пример. Вот вы смотрите на воду в этом стакане, а я смотрю на то, что выше, в том числе. Вот в Евросоюзе очень много проблем. Очень много проблем. А где их нет сегодня? Я, как политик, ратую за, во-первых, объединение страны, за решение Приднестровского вопроса, и за укрепление независимости страны, ее нейтрального статуса. И я уверен в том, что у нас есть возможность для того, чтобы самим поднять страну. Но партия Возрождения всегда говорит про СНГ и Россия, стратегическое партнерство. Вот госпожа Лозаван и господин Нестеровский, вы меньше, правда. Вы считаете, что в России и в СНГ сейчас проблем меньше, чем в Евросоюзе, и перспективы лучше? Я считаю, что интеграционные процессы, которые происходят на Востоке, от Молдовы, более интересные с экономической точки зрения для Молдовы. Ну, я это слышу от господина Дадона уже лет... Сначала от господина Воронина про союз России и Белоруссии, потом от господина Дадона про таможенный союз, Евразийский союз. И мы видим, что эти интеграционные процессы испарились. Почему так считаете? А как вы считаете? Они далеко не испарились. Ну, посмотрите на позицию Казахстана, даже Киргизстана. Ну, какая позиция Казахстана, Киргизстана? Какая? Ну, вот вы поднимаете вопрос, скажите, какая позиция Казахстана, Киргизстана? Вы говорите про интеграцию. Вполне ровная позиция у Казахстана и Киргизстана, и Армении в том числе. Если вы знаете, за последние два года... Армения особо счастлива. Да. За последние два года тот же самый Киргизстан, инвестиции в энергетику, в новую энергетику составили более 3 миллиардов евро, долларов. Это все банк развития Евразес. Мы также можем подключиться к этим финансам. То есть банк развития Евразес это лучше, чем ЕБРР или... По крайней мере, которые инвестируют здесь и сейчас. А что, если мы попросим либо подключимся к программам никто не говорит, что банка инвестиций Евразес, это не будет здесь и сейчас. Это будет здесь и сейчас, но не будет то, что... Но у нас есть ряд политических условий. Отдайте всю финансовую банковскую сферу под нас, под ЕБРР. Так произошло. Почему так произошло? Ну, почему так? А что, ЕБРР является официальным акционером в Агробанке? Нет. В Виктория Банке? Нет. В Молдинком Банке? Нет. Они забрали этот Джерджилевский порт? Нет. Все это да. А инвестиции? Да, серьезно. Инвестиции? Я понимаю, что я вам дал в долг и жду долг обратно вместе с процентами. Но не идет речь о том, чтобы я стал собственником и забрал себе в правый или в левый карман акции банков, участвовал бы и либо давлел над этим Центробанком, который голосовал за так называемый кредит из Российской Федерации, такое слышать, это прямо умора. Либо они делись, эти банки здесь обслуживают этих граждан, конечно. Кого обслуживают? Вас, меня, всех. А кто зарабатывает на вас, на мне? Почему кто зарабатывает? Зарабатывает разные. Кто зарабатывает? Нет, подождите. ЕБРР зарабатывает. Сколько в прошлом году за счет государства банки наварили? Господин Болик, к сожалению, у нас... Государство продавало ежемесячно, еженедельно эти... Наше время в эфире вышло. Хартить в Валуар Индистат. И наварили более 4 миллиардов леев. Мы заходим на другую тему. Очень интересную. Продолжим в следующий раз. Спасибо за участие в сегодняшней программе. Уважаемые телезрители, после рекламы мы продолжим обсуждение политической ситуации. У нас будет Штефан Глигер, председатель партии «Перемен». И по скайпу мы как раз пообщаемся с господином Михаилом Серкели, которого упоминал господин Боля. Оставайтесь с нами. Dacă vrei să urmărești toate emisiunile Freedom și cele mai importante fragmente, atunci abonează-te la pagina de YouTube TV8.
sportivii noștri au valoare. Pasiune, devotament, acțiune, muncă, talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavca, doar la TV8. Dragilor, nu uitați să vă abonați și la canalul nostru de YouTube, TV8. Aici găsiți toate edițiile emisiunii Iubește Viața și tot aici pe YouTube găsiți invitații noștri minunați care au stat pe această canapea și și-au spus istoria de viață. Au fost istorii impresionante de viață, istorii care vă pot motiva, vă pot inspira. Și nu uitați să ne lăsați și comentarii, ne va face mare plăcere să le citim. Vă aștept! 30 лет независимости, 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. Zilnic se întâmplă ceva. Tot ce e important. Eu am 5 copii și câți străini. Noi țărănii mei lăsați suntem tare obligați. Tare, tare, tare. Tot ce contează. Tot scumpiesc, scumpiesc. Evenimente care îți schimbă viața. Momente cruciale. Duminică, ora 19:00. Sinteza cu Natalia Ghețu. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o sucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu firul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Am o viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Care le cere așa și se murează în procuratură. С одного битого двух небитых дают. Ваша коллега с правительства даже сказала, что вы там доминировали, и все признали, что вы большой доминант. Сперконвестимцы из домината. И что дальше ждет нас? Это самое страшное. Кстати, пишет этапа унитерибилизм симплу. Молдове в экономическом плане более-менее нормально, более-менее стабильно. Повышение вот этих цен, билд и даже работающим, я уже молчу про пенсионеров. Сила духа, про украинцев. Главные события уходящей недели. Мнение экспертов, международная арена и ожидания рядовых граждан. По субботам подводим итоги с Юлией Будеч в 22:30 на ТВ8. Чтобы не пропустить все выпуски программы «Альтернатива», ищите нас в Ютубе. Подписывайтесь на канал ТВ8. Dacă vrei să urmărești toate emisiunile Freedom și cele mai importante fragmente, atunci abonează-te la pagina de YouTube TV8. Sportivii noștri au valoare. Pasiune, devotament, acțiune, muncă, talent.
Мы вернулись в студию. Как я сообщил уже, в студии в гостях Штефан Глигер, председатель партии «Перемен». Мы обсудим последние политические события. В последней части мы еще раз вернемся к теме Гагаузии. А сегодня давайте о том, что произошло в парламенте. Сегодня парламент поработал очень эффективно, принял около 40 законов в первом, во втором чтении. Продлили чрезвычайное положение еще на 60 дней. Я вас хотел спросить, вот и зрители спрашивают, судя по всему, жить нам с этим ЧП еще долго. Как вы считаете, как это отражается? Мы ждем инвестиций, ждем развития экономики, много чего хорошего. Возможно ли это в условиях чрезвычайного положения, когда мы пугаем людей, что у нас вот-вот война начнется? Ну, режим чрезвычайного положения на самом деле продлевается для удобства управления страной нынешней правящей партии ПАС. Чрезвычайное положение помогает нынешней власти принимать те решения в том режиме и в том... Это хорошо или плохо? В том режиме, который им комфортен, скажем так. Я считаю, что это плохо. Я считаю, что они очень плохо обосновывают продление этого режима. Они делают это формально. Все-таки это серьезные вещи. Если они это делают, то они должны обосновывать это соответствующим образом. Есть процедура. Правительство должно обосновывать необходимость данного чрезвычайного положения. И пока я не видел такого обоснования. Поэтому это выглядит странно. И я подозреваю, что это просто возможность для них комфортно принимать те решения, уходя от некоторых положений закона. Я напомню наш тезис, что в режиме чрезвычайного положения можно принимать на время действия режима те решения, которые противоречат текущему законодательству, и эти решения действительно на протяжении этого чрезвычайного положения. После его аннулирования они фактически приостанавливают свое действие. И там уже набрался целый ряд решений, которые нужно поддерживать, нужно продлевать их действия. И, наверное, в этом скорее объяснение, чем... Так для этого можно прийти в парламент и принять это решением парламента. Правильно. Есть процедура, которая подразумевает разработку изменений в определенные нормативные акты, но эта процедура, она довольно длительная, потому что нужно получать мнение профильных министерств, требовать, потом их получать, обсуждать, корректировать, потом это проводить через парламентские комиссии и так далее и тому подобное. Это все занимает времени. Обычно для того, чтобы изменить нормативный акт, нужно хотя бы 3-4 месяца, полгода. А тут такой режим комфортный, в котором они могут менять законодательство на период действия чрезвычайной ситуации, так как это удобно. Насколько логично выглядит, на ваш взгляд, проведение выборов? Потому что говорили, что вот чрезвычайное положение, нельзя будет проводить митинги, акции протеста. Оказалось, можно. Нельзя будет проводить выборы. Оказывается, можно. Нет ли противоречия в том, что, с одной стороны, вот чрезвычайное положение, которое должно, по идее, ограничивать какие-то гражданские права, на самом деле это не происходит? Вот это на самом деле очень странно. И вы правы здесь, потому что даже в одном из решений комиссии было указано, что запрещено проводить протесты, массовые акции и так далее. Но несмотря на это, партия ШОР тогда проводила их, и власть на это смотрела сквозь пальцы. И тогда я не понимаю, зачем вводить это чрезвычайное положение, если ты им не пользуешься, и ты не настаиваешь на соблюдении тех решений, которые ты принял. И вот в этом вся суть нашей власти, ПАСа, да? Что вроде как бы есть закон, есть логика каких-то процессов, но никто особо не парится, соблюдая эту логику и соблюдая букву закона. Тогда партия Шора просто танцевала на столе власти, да? Нагло и вытворяя всякие там разные, выдавая всякие разные кульбиты. И это выглядело просто бессилием и издевательством, да, то есть бессилием со стороны власти и издевательством со стороны партии ШОР. Таубер пару раз вышла с ареста, под домашний арест, потом вообще ее освободили от любых мер пресечения и так далее. И все это говорит о качестве реформ ПАС и о том, что на самом деле в юстиции, в системе управления страной творится такой легкий хаос.
И чем дальше, тем очевиднее это становится, и это играет против этой власти, и нас ждут очень серьезные проблемы на местных выборах. Партия ШОР реструктуризировалась. Она очень быстро приспособилась к тем запретным мерам, которые были приняты, к решению Конституционного суда, закону, который был сегодня принят. Да, вот об этом я хотел спросить. В конце концов, партию ШОР запретили, объявили неконституционной. Сегодня ее членам, ее лидерам, тем, кто был в списках, запретили баллотироваться на протяжении 5 лет, баллотироваться в любые органы власти. Как должны бороться с партией, которую многие называют организованной преступной группировкой? Очень просто. Согласно уголовному процессуальному и уголовному кодексу Республики Молдова. Мы приходим к тому, что не работает юстиция. И учитывая, что за последние 2 года с копейками у нас в юстиции творится полный бардак, и сам ПАС разделился на определенные субфракции, группы, которые воюют друг с другом ввиду осуществления того или иного видения так называемой реформы юстиции. Вот на фоне всего этого мы понимаем, что они не сумели привлечь к уголовной ответственности это ОПГ, и не только это, и другие ОПГ, их много, Плохотнюка, Платона, Андронаки, Шора и так далее. И они придумывают, учитывая, что осознавая, что грядут выборы, понимая, что после того, что произошло в Бельцах в ноябре 21-го, после того, что произошло в Гагаузии сейчас на выборах Башкана, после того, что творит ШОР с выдвижением этого исполкома, в котором целый ряд сомнительных личностей, и учитывая то, что они сделали абсолютно незнакомого человека, анонимного человека, абсолютно неподготовленного человека, сделали башканом Гагаузии, вот на фоне всего этого они принимают этот компенсационный, я его называю компенсационный закон, потому что он компенсирует бардак в системе уголовного преследования и юстиции, так как мы не смогли привлечь... политикой. Политически, то есть это тот инструмент, который... И у нас уже давно есть этот тренд использования конституционного суда к месту и не к месту. Потому что тогда, когда у тебя импотентные институты власти, что ты делаешь? У тебя какой-то конфликт в сфере юриспруденции, ты пытаешься его разрешить в сфере применения закона, ты пытаешься его решить в Конституционном суде, перевести ответственность туда. Поэтому что тут можно сказать? К сожалению, не видно конца и края нормальной реформы юстиции, нас не бывать. Это уже абсолютно очевидно до конца этого срока. Поназначали людей абсолютно случайных, таких как Драголин, там выбрал себе замов, которые являются такими же случайными, в особенности Плеван. Там есть и нормальные замы, но в особенности Плеван. Человек, сегодня, по-моему, должен был судебный процесс какой-то быть. У нас не сегодня, у нас в конце августа, 28 августа. То есть это мы судимся с Плеваном и с Вероникой Драголин по отелю «Националь». Они отказываются видеть там коррупцию, а там коррупция особых пропорций, особых размеров. Там замешана мэрия Вани Чебана и все остальные. Соответственно, интересы группировок Шора, Андронаки. И это парадокс. С одной стороны, они претендуют на то, что они будут бороться с ОПГ, а с другой стороны, ОПГ чувствует себя очень комфортно, господин Голя, в этой стране. И это результат той же Драголин, того же Плевана, того же генерального прокурора Республики Молдова Иона Мунтяну и отсутствие в рамках партии власти людей с адекватным видением, пропорциональным сложности ситуации. Реформы, они скорее формальные. Вопрос к слову. Борис Гончар, адекватно. Наш телезритель, спрашивает вопрос господину Глигору. Когда вы называете партию ШОР организованной преступной группировкой, вы имеете в виду кого? Исключительно ШОРа и его ближайшее окружение или всех 70 тысяч членов этого ОПГ? Я не знаю, откуда цифра взялась, 70 тысяч, это, наверное, все пользователи магазина Мерешор. Я не запомнил, как зовут Гончар. Господин Гончар должен делать разницу между теми людьми, которых ОПГ подкупило или ввело в заблуждение, и теми членами ОПГ, которые непосредственно являются бенефициарами их преступной деятельности, основателями этой преступной организации, которая имеет своей целью личное обогащение, получение власти, уход от ответственности за те преступления, которые были совершены и так далее. Поэтому есть приговор, в рамках этого приговора в том числе есть определенные конкретные, очень конкретные обстоятельства, и их господину Гончару лучше бы изучить.
Что касается партии ШОР, наши граждане не должны заблуждаться. То, что партию ШОР объявили неконституционной партией, то, что ее исключили из реестра партий, не значит, что была решена самая главная проблема этой партии и нашей страны. Незаконное финансирование политических партий. Незаконное финансирование организованной преступной группировки ШОР и других группировок. Пока деньги текут рекой, они очень быстро себя реорганизуют. И они это уже сделали. У них есть несколько личин. И эти личины, они будут варьировать, им будут играться так, как им будет выгодно. И они будут на основе своей базы данных, которую они создали за последние годы, они будут подкупать наших избирателей, наших граждан в той мере, в которой это будет необходимо. В результате той социологии, которую они проведут, тех кандидатов, которые они будут выдвигать. У них будут разные тактики, они будут кооперироваться на разных уровнях. То есть если у нас была сейчас вот конкретная личина, которая называлась партия ШОР, теперь мы будем бороться с несколькими личинами, несколькими партиями, которые играют несколько синхронных партий. Это на местных выборах, я вам напомню, идут выборы на общенациональном уровне, идут выборы в Кишиневе, в Бельцах, идут выборы на юге, идут везде, в каждом населенном пункте. И они будут играть в зависимости от того, у кого какие кандидаты, они будут играть по-разному. В Кишиневе будут играть под Ваню Чабана. В Бельцах будут группироваться против Григоришина. Это будет весьма эффективно. Они провели за последние годы, они не просто построили систему подкупа и фиделизации наших социально уязвимых граждан. Они построили очень эффективную систему микрозонирования. У них люди, которые отвечают за подъезд, люди, которые отвечают за жилой дом, за жилой район и так далее. И эти люди получают деньги. Люди получают, допустим, в Бельцах непосредственно люди, которые отвечают непосредственно за весь муниципий, за несколько координаторов, получают по 70 тысяч лей. Они получали по 40, сейчас им подняли на 70 тысяч лей и так далее. То есть, если кто-то думает, что они решили вопрос, ПАС решил вопрос партии ШОР исключением ее из реестра, объявлением ее неконституционной партии и запретом участия этих людей в выборах, тех, которые уже избирались от них или которые являются частью исполнительных органов, это на самом деле не так. Потому что Гуцул, к примеру, она ранее нигде не избиралась. Да? Она абсолютно анонимный человек, но используя их технологический, политтехнологический ресурс, их микрозонирование, их структуру, пирамида, которая состоит из координаторов, соответственно, которые выстроены в форме пирамиды. Это очень эффективная система. Имея неограниченный финансовый ресурс, имея медиахолдинги, они смогут играть свои партии на местных выборах. И эти люди продолжают оставаться опасными для демократических процессов в Республике Молдова. Они грозят нашей, на самом деле, нашей национальной безопасности. Вы сказали, что деньги текут. Вы несколько раз сказали, деньги текут, у них финансирование 70 тысяч лей в месяц получают. Откуда деньги? На последних консультациях факт того, что наши государственные органы, СИБ, Печи Кокс, прокуратура по борьбе с оргпреступностью, а также Генеральная прокуратура не смогли пресечь финансирование. Нам сказали, что они очень способны, что они придумывают разного рода методы и так далее. У меня есть свои сомнения в этом отношении, и не надо особо ничего придумывать. То есть Левобережье, Республики Молдова, там огромный объем денег. Есть огромные финансовые потоки, которые идут с правого берега к левому берегу, группе Шериф, ММЗ, Рыбницкий цементный завод и т.д. и т.п. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что те деньги легко через нашу прозрачную административную границу могут легко перетекать. Это мое предположение, это один из возможных источников финансирования. Но мы говорим о огромных деньгах, мы говорим о десятках миллионов евро. И самый главный провал партии действия солидарности, ПАС, это провал реформы уголовного преследования. Они начали сотрудничать с этой системой, такой, какой ее построил Плахотнюк. Они надеялись, что сотрудничая с этой системой, давая этой системе шанс, эта система сработает на них, но на самом деле эта система их закопала, скомпрометировала и закопала политически. У людей были огромные ожидания,
в смысле борьбы с коррупцией, они не смогли ничего выдать, и в то же самое они замазались об эту систему. После этого, после того, как они замазались, они решили, несмотря на то, что там, допустим, Устяцер, Урак, другие ушли из системы, они решили назначить двух новых людей, которые чистых, которые как бы должны были медийно или там с точки зрения пиара исправить ситуацию, но они не поняли, что тут речь не о медийности и не о пиаре, а о эффективности. И нужно было на самом деле объективно оценивать ситуацию и проводить реформы. А то, что сейчас происходит, это просто пародия, жалкая пародия и куром на смех. Я не понимаю, независимой эффективной юстиции нам не суждено иметь в обозримом будущем. До парламентских выборов они просто не успеют, они потеряли драгоценное время, они потеряли более 2 лет. Я имею в виду ПДС, партия действия солидарности. Они потеряли драгоценное время. Они в режиме чрезвычайной ситуации в юстиции с первого дня, с дня, когда они получили мандат в июле 2021 года. Они в режиме чрезвычайной ситуации должны были заниматься юстицией. И нельзя было полагаться на эту систему, потому что эта система, она очень хорошо умеет предоставлять услуги. А ее надо было строить. А для того, чтобы что-то строить, надо брать на себя ответственность. Надо проявлять лидерские качества. В том числе судей, прокуроров. Правильно. Надо иметь людей. Где их взять? Система есть такая, какая она есть. И есть такое понятие в логике, как фальшивая правда. Вот спекуляция того факта, что людей нет, категорически нет, это фальшивая правда. Это правда, у которой есть признаки вроде как бы, так называемая правда, у которой есть признаки достоверной информации, на самом деле это фальшивая информация, это фальшь. Это недостоверная информация. Можете назвать, в любой системе есть 20-30%. 10-20-30 прокуроров, не процентов, а 10-20-30 человек. Из 700 человек, в том числе из тех 100, более 100 прокуроров, которые сдали экзамены в институте юстиции, мы могли давно уже отобрать за первые 3 месяца, провести психологические тесты, профпригодность тесты, отправить их на обучение. Они бы уже 1,5 года как бы вернулись. Господин Голи, я вам напоминаю, прошло 2 года плюс. Они бы уже 1,5 года назад вернулись и уже бы получили опыт. И тогда, когда ты идешь по наипростейшему, наилегчайшему пути, любой, кто приходит к власти, должен понимать, что это на 99% самый ошибочный путь из всех, самый провальный. И мы за это очень дорого заплатим. И это отразится в том числе на результатах выборов местные органы власти. Конечно. Вопрос телезрителя, если ПАС на местных выборах провалится и не сможет подтвердить доверие народа на уровне, который сейчас имеет, что дальше? Это означает, что власть нелегитимна, не пользуется популярностью и нужно проводить досрочные парламентские выборы? Почему существуют парламентские, президентские и местные выборы? Потому что у них разная смысловая нагрузка. И местные выборы, это выборы людей на местах. И тот факт, что сегодня, допустим, местные избранники, люди, у которых есть амбиция стать мэрами или переизбраться, очень скептически относятся к власти, потому что она стала токсичной на фоне скандалов в энергетической сфере, связанных с закупкой газа, связанных с закупкой мазута и т.д. И не только. Да? Отсутствием захоронением этого мазута, отсутствием экономических реформ, отсутствием налоговых реформ, отсутствием видения, понимания того, как надо привлечь наших граждан назад в страну, вернуть их в страну и привлечь их капитал, защитить их капитал, заниматься микропредприятиями, ввести налоговую реформу и так далее, можно говорить до бесконечности. Вот это одно большое отсутствие видения. Да, единственное, что они смогли родить, это они взяли и укатали патентников. Но среди этих патентников там 200 шулеров, а остальные 4 с чем-то тысяч, 5 тысяч человек, просто бедных людей, которые на этом выживали. И вместо того, чтобы укатать шулеров, которые обманывали государство, они взяли и укатали полностью всех патентников, не разделяя бабушек 80 лет, которые существовали на этом патенте, и тех, которые продавали на десятки миллионов лей, прикрываясь патентом. Вот эта неспособность этого государства, этих государственных институтов и министров подходить
в деталях к проблеме и решать ее, исходя из реалий, залог плохих результатов, в том числе на местных выборах. Я вам хочу сказать, что местный выбор, вопрос был, почему, влияет, не влияет, и почему, и если и что будет? Потеряют они легитимность или нет. Потеряют они легитимность или нет, они пришли легитимно. И проверка их легитимности, поддержки народной, будет в 2025 году. Трагедия наша в том, что на них возлагались огромные надежды, простой народ на них возлагал огромные надежды, они их не оправдывают. И источник суверенности — это всегда граждане, это люди, народ. И вот у них будет возможность дать им определенный посыл сейчас на местных выборах. Это тоже что-то значит в политическом смысле. После этого будут президентские выборы в 2024 году, на которых фактически будет проверен еще раз уровень доверия народа Республики Молдова, как внутри страны, так и в диаспоре, к той команде, которую привела Майя Санду. Потому что эта команда Майя Санду, это в большинстве своем анонимные люди до сих пор. И ни вы, ни я не сможем перечислить всех министров, не говоря уже о депутатах партии «Действия солидарности». Я думаю, не более 10 человек, если мы наберем там, которых мы знаем и помним. И так далее. То есть это будет проверка непосредственно поддержки Майи Санды как лидера. И вопрос в этом контексте по поводу выборов в Бельцах. Люди спрашивают, если партия перемен провалится в Бельцах, Штефан Глигер подаст в отставку с должности председателя партии? Вы очень большую ставку сделали на Бельца сейчас. Это такие интересные вопросы. Я побеседовал вот с автором. С автором вот такого вопроса, да. Партия перемен пытается делать невозможное там, где заведомо все другие признали свой проигрыш. Мы будем делать все возможное для того, чтобы партия ШОР, неважно в какой личине, потому что они там ведут перегруппировку. И под каким названием? И там собралось три политических формирования, фактически там Возрождение, партия социалистов, Марашан, человек Карамалака и так далее, который стал председателем территориальной организации партии социалистов, да. Недавнего человек был иллюзионистом, клоуном, кем он там был. Вот у них вот, стал человек, этот человек стал председателем территориальной организации. Господин Глигер, у нас реклама, к сожалению, я вынужден вас прервать. Продолжите. Я не ответил на вопрос. Продолжите мысль сразу после рекламы. Оставайтесь с нами, мы вернемся скоро в студию. Dacă vrei să urmărești toate emisiunile Freedom și cele mai importante fragmente, atunci abonează-te la pagina de YouTube TV8. Sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavca, doar la TV8. Dragilor, nu uitați să vă abonați și la canalul nostru de YouTube, TV8. Aici găsiți toate edițiile emisiunii Iubește Viața și tot aici, pe YouTube, găsiți invitații noștri minunați care au stat pe această canapea și și-au spus istoria de viață. Au fost istorii impresionante de viață, istorii care vă pot motiva, vă pot inspira. Și nu uitați să ne lăsați și comentarii, ne va face mare plăcere să le citim. Vă aștept! 30 лет независимости, 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше?
кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. Сильный ксент имплечер. То, че импортант. Я мчичка, пишка, спистроили. Noi țărănii mei lăsați, suntem tare obligăți. Tare. Tot ce contează. Tot scumpiesc. Evenimente care îți schimbă viața. Momente cruciale. Duminică, ora 19:00. Sinteza cu Natalia Ghețu. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o sucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu fierul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia neagră plus cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. O viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Care cele așa și smurează în procuratură. С одного битого двух не битых дают. Ваша коллега с правительства даже сказала, что вы там доминировали, и все признали, что вы большой доминант. Только не восемь из доминанта. И что дальше ждет нас? Это самое страшное. Это депешит этапа уной терибилизм симплу. Молдове в экономическом плане более-менее нормально, более-менее стабильно. Повышение вот этих цен, билд и даже работающим, я уже молчу про пенсионеров. Сила духа, про украинцев. Главные события уходящей недели. Мнение экспертов, международная арена и ожидания рядовых граждан. По субботам подводим итоги с Юлией Будеч в 22:30 на ТВ8. Чтобы не пропустить все выпуски программы «Альтернатива», ищите нас в Ютубе, подписывайтесь на канал ТВ8. Dacă vrei să urmărești toate emisiunile Freedom și cele mai importante fragmente, atunci abonează-te la pagina de YouTube TV8. Sportivii noștri. Мы вернулись в прямой эфир. Я прервал господина Глигора. Завершите свой ответ по бельцам. По бельцам ответ такой. Мы будем драться за бельца. Мы не отдадим этот город Шору, неважно в каком обличии. Выдвинут Марашана или выдвинут Войку или выдвинут кого-то, там, не знаю, еще. Мы не дадим этот город в руки ОПГ. У Бельц достаточно таких непростых лет, стагнации, разрухи. Все видят сегодня, что в Бельцах пошел целый ряд проектов в работу. Мы начали работать по городскому озеру. Мы будем соединять центральный парк с городским озером. Мы создадим самую длинную пешеходную аллею в республике. Был запущен проект реабилитации центрального парка. Запущены проекты по реконструкции целого квартала в Бельцах. Такого никогда не было.
И я думаю, как Григоришин, так и наша команда в Бельцах показала высокий результат и высокую эффективность, учитывая, несмотря на то, что правительство Республики Молдова не выделило ни баня, ни лея, строило только препоны через государственную канцелярию, начальник которой будет идти контркандидатом. Несмотря на то, что это государство не сумело ликвидировать финансирование ОПГ Шора, то есть, несмотря на, вы сейчас видите борьбу на то, что против нас объединились просто все в этом городе. От ОПГ, неважно, как их называют. Да, вы видите борьбу между ними и Григоришиным. Рената Усатый может вмешаться в эту борьбу, на ваш взгляд? Он как-то взял паузу, не говорит о том. Я считаю, что на данный момент у него нет кандидата, и для него будет очень рискованно со слабым кандидатом идти против Григоришина. А самому, если он проиграет эти выборы, это будут последние выборы в его жизни. Поэтому для него это очень высокая ставка, я не верю в то, что он пойдет. В Кишиневе у вас будет кандидат? Вот сегодня было заседание у нас в партии на эту тему. Очень скоро, я думаю, мы придем с конкретным ответом, выйдем с конкретным ответом на этот вопрос. Ситуация на самом деле в Кишиневе просто аховая. Сегодня все так называемые центристско-левые партии слились под Ваню Чабана. На правом фланге два слабых кандидата. Это Карп и Керонда, которые будут... Их не два, их там с полтора там десятка. Да, там Кадряну, там... Да их там мы их выписали, там их полтора десятка будет. И это будет такая хаотичная избирательная кампания, где на правом фланге дерутся между собой очень большое количество людей. А у Вани не будет сильных спойлеров на центристско-левом фланге. И тогда в этой ситуации создаются все предпосылки для того, чтобы Чабан выиграл эти выборы с первого тура. Это элементарный политтехнологический анализ, политический анализ, политологический анализ. И в этой ситуации мы должны будем принять взвешенное решение. Мы должны будем понять, чего мы хотим добиться на этих выборах и как мы можем противодействовать Ивану Чабану, учитывая, что он просто плюет на закон и вытирает об него ноги. В населенных пунктах Гагаузии будут кандидаты? В Камрате, в Чадырлунге? Мы постараемся в Гагаузии выдвинуть достойных кандидатов. Вы должны понимать, все должны понимать, что деньги делают свое дело. Практически неограниченный финансовый ресурс ОПГ Шора подкупил очень многих в Гагаузии. И выдвинуть там достойного кандидата или контркандидата очень трудно. Но мы постараемся сделать все возможное и удивить общество. К ситуации в Гагаузии я обещал, что к нам подключится Михаил Серкели, председатель ассоциации «Пилигрим Дем», журналист. Здравствуйте, Михаил, вы на связи. Добрый вечер, Анатолий, добрый вечер, Штефан. Рад приветствовать вашу аудиторию. Нас в первой части господин Боля критиковал за то, что мы смотрим на Гагаузию глазами Михаила Серкели. И говорил, что на самом деле все не совсем так, как вы говорите, что там не было подкупа избирателей, что там все хорошо, и надо утверждать исполком Гагаузии. Что сегодня происходит в Гагаузии? Ну, во-первых, о том, что это был подкуп, говорил не я. Говорили люди, которые участвовали в этих выборах. Сергей Чернев, Николай Дудогла и другие люди говорили о том, что был подкуп. И такого подкупа, какой был сейчас на этих выборах последних, они не видели. Что происходит сейчас? Ну, во-первых, происходит попытка дезинформации общества. Вот я посмотрел первую часть передачи практически целиком, да, и там прозвучало несколько моментов, которые с моей точки зрения необходимо уточнить. Партия ШОР и очень многие журналисты в Кишиневе подхватывают этот момент, говорят о том, что вопрос об утверждении исполкома был снят с повестки дня. Но, во-первых, он не был включен в повестку дня заседания Народного собрания. 3 человека голосовали за включение, так я понял. Нет, давайте так. Повестка заседания Народного собрания была утверждена заранее на заседании Президиума Народного собрания.
Люди пришли на заседание Народного собрания с заранее утвержденной повесткой на президиум. Как обычно, в начале заседания предлагаются какие-то дополнительные вопросы. И один из депутатов предложил включить в повестку дня вопрос, связанный с утверждением исполнительного комитета. Ну, вы меня извините, как бы утверждение исполнительного комитета – это не вопрос, там, я не знаю, проголосовать, там, не знаю, за все хорошее против всего плохого. Нет, это же как бы есть процедура. Поэтому как бы этот вопрос не был включен в повестку дня. И за него, за то, чтобы его включить в качестве дополнительного вопроса, проголосовало всего лишь навсего три депутата. Один из них тот, который предложен на должность заместителя председателя исполнительного комитета. Должности заместителя Башкана в Республике Молдова не существует. Существует должность заместителя председателя исполнительного комитета. Так, и дальше, что будет дальше? Потому что вы слышали, господин Боля сказал, что возможен вариант, что если народное собрание будет сопротивляться, то два раза, если отклоняется состав исполкома, то может быть распуск народного собрания и досрочные выборы. Я вынужден разочаровать господина Болина, такой возможности нет в течение следующего года. Статья, сейчас буквально вам я ее процитирую. Значит, статья 56 говорит о том, что Народное собрание не может быть досрочно распущено в течение одного года после выборов по основаниям, изложенным в пункте 10 статьи 68 настоящего уложения. В данном случае я цитирую уложение. Пункт 10 статьи 68 регламентирует вопрос, связанный с тем, что Народное собрание может быть распущено в случае, если в течение 45 дней не будет утвержден состав исполнительного комитета. Понимаете? В законодательстве Гагаузии существует такая коллизия. Здесь не уточняется, о каких выборах идет речь. Потому что в 95-м году или 94-м году, когда принимался закон, исходили из того, что выборы в Народное собрание и выборы Башкана проводятся одновременно. И в 95-м году выборы Башкана и выборы в Народное собрание, как и в 99-м, проводились одновременно. В 2002 году, по-моему, пошел разнобой, когда был импичмент Башкана Крейтора. Тогда уже выборы Башкана и выборы в Народное собрание стали проходить в разное время. Но формулировка вот эта вот за год, в течение года после выборов, без уточнения каких выборов, она осталась. Поэтому как бы я думаю, что это будет очень серьезным препятствием для распуска Народного собрания в течение следующего года до, можно сказать, сентября, или когда у нас прошли выборы, извините, я уже забыл, да, то есть марта месяца следующего года. Михаил, объясните, без вот этих, как говорил один политик, без вот этих юридических загогулин, что происходит, кто кого обманывает? Мы видели, что в принципе, вроде бы договорились, съездили в Тель-Авив, встретились с Шором, господин Константинов в том числе, ударили по рукам, все было хорошо. И вдруг отказываются включать в повестку дня, отказываются утверждать исполком Гагаузии. Что происходит? Кто на кого давит? Ну, я думаю, что тут, как бы, ну, тут два варианта. Один противоречит другому. Один такой конспирологический, хотя как бы мы тут ничего конспирологического с другой стороны нету, и мы это уже наблюдали на выборах в Народное собрание, когда перед нами разыгрывают спектакль, да, то есть выборы не выборы, да, кандидаты не кандидаты. В смысле, как, а конкуренты не конкуренты. Ну, здесь примерно то же самое, но мог Шор подождать неделю? Ну, конечно, мог, да. Зачем ему нужно было прямо на следующий день идти и предлагать там утвердить исполнительный комитет? Ну, для того, чтобы дать Константинову и людям в Народном собрании продемонстрировать, что они не сдали интересы Гагаузии там на... там, не знаю, полностью, а еще готовы их защищать, понимаете, для того, чтобы показать, что в Гагаузии как бы не все легли под Шора, и даже если и взяли деньги, как бы, да, то есть, как бы, но готовы дальше отстаивать выборы в Народное собрание. Я думаю, что Константинов будет дальше таким мальчиком для битья, какую выполнять ту роль, которую в свое время играл Дудогла, помните, да, Ирина Влах его постоянно била, и таким образом показывала всем, что она борется с режимом Плохотнюка в Гагаузии. При этом боялась упомянуть слово Плохотнюка и принимала от него указания из Кишинева, но зато била, как бы мочила, извините за такой термин, в своей подконтрольной прессе Николая Дудогла, понимаете, использовала для мальчиков, для бельгальцев, чтобы показать всем, смотрите, как я борюсь с режимом Плохотнюка. Вот примерно то же самое. То есть местная пропаганда приклеила Константинову образ человека Кишинева, человека Паса, и Шор его активно использует. Вот смотрите, как, да, там,
Константинов, значит, пас, мешают нам внедрять наши проекты в Гагаузии, да, то есть мы не хотим, мы хотим, а они нам не дают. А Константинов, с другой стороны, я говорю, смотрите, как бы, я как бы не до конца продался, я тут как бы тут защищаю интересы Гагаузии. Вы считаете, что Народное собрание проглотит вот это и согласится утверждать исполком, который даже не Евгения Гуцул представлял, а представлял господин, представлял Илан Шор на площади? Ну, к этому у них вообще нет никаких претензий, как бы у депутатов Народного собрания, с которыми я общался. Я там общался с несколькими депутатами, и мне сказали, что, в принципе, самая противоречивая фигура – это господин Верижан. Ну, уберут Верижану, как бы, да, поставят другого смотрящего. Ему даже не обязательно нужна должность там. Он просто будет получать доступ к заседанию, к зданию Народного собрания исполнительного комитета и без какой-то должности контролировать и выполнять функцию смотрящего. То есть мне как бы, мне из того, что я понял, как бы если Штор в один момент уберет Верижану из списка, да, как бы, то в этом случае как бы у депутатов Народного собрания вообще не будет никаких претензий, насколько я понимаю. И как бы и даже закроют глаза на то, что тот же, я уже забыл, кто там предложен на должность начальника управления делами исполкома или делами Башкана, который ходит за Евгением Гуцулом хвостик, да, и отвечает за нее на вопросы прессы, который тоже не из Гагаузии, там с русской фамилией, и явно не знает гагаузский язык, я так понимаю, что на это даже закроют глаза. Ну, прошлый же исполком утвердили без того, чтобы они знали гагаузский язык. В этом случае то же самое будет. Просто проведут небольшую рокировочку, но в конечном итоге, я полагаю, утвердят этот исполнительный комитет. Как? Вы видите, Константинов уже, по-моему, позавчера уже дал ответ там, да, и чуть ли не оправдывался уже перед Шором, как бы, ну что-то, ну как бы, ну мы же не можем, как бы, закон одно, второе, третье, десятое. Я думаю, что это просто спектакль. Это, опять же, я склонен это так видеть. Да, то есть договорятся? Я думаю, что а да. А как смотрят Гагаузии на то, что до сих пор президент Майя Санду не подписала указ о назначении и приведении к присяге в качестве члена правительства Евгению Гуцул? Ну, я, как бы, мы не задавали этот вопрос, честно, как бы, я так понимаю, что госпожа президент ждала закон, который был принят сегодня, да, о внедрении, получается, внедрение решения Конституционного суда. Госпожа Гуцул, было сказано, что она не подпадает под действие этого закона. Она уже Башкан? Ну, она Башкан, но не член правительства еще. Для того, чтобы она стала членом правительства, президент должна подписать декрет. И вот это, с моей точки зрения, я не юрист, но с моей точки зрения, вот это вот сегодняшний закон становится очень серьезным обстоятельством, которое препятствует госпоже президенту подписать декрет о назначении члена правительства. Будем следить за ситуацией. Спасибо, Михаил. Спасибо. И, кстати, еще один да. момент. Здесь же возникает вопрос, могут ли быть назначены члены партии ШОР, признанные конституционной, соответственно, членами исполнительного комитета, потому что как бы закон распространяется и на Гагаузию, а там очень много членов партии ШОР, нет, ну как минимум несколько членов партии ШОР, в только тот же господин Верижанов, которого предложен на должность первого заместителя. Насколько я понимаю, в законе речь идет о выборных должностях. Они не могут баллотироваться, например, на выборах в местные органы власти, на выборы на примара, комрата или на члена муниципального совета. Но это юристы должны разбираться. Посмотрим. Спасибо за участие в передаче, Михаил. Удачи вам. Да, спасибо вам. До свидания. Господин Глигор, к вам вопрос. Вот как раз Михаил сказал, что он не юрист. Вы как юрист, как понимаете эту ситуацию? Выборы вроде бы признал суд, НЦБК там наломал дров каких-то, но указ не подписывается. Станет госпожа Гуцул членом правительства или нет? Это очередной абсурд. И результат провала реформы уголовного преследования, как мы уже мы об этом уже сегодня говорили. И это одно из тех последствий. Таких последствий будет очень много. Госпожа Санду понесет сильные рейтинговые потери, если она подпишет этот указ. С другой стороны, она затянула подписание этого указа неспроста. Наверное, они надеются на создание необходимых юридических предпосылок для того, чтобы этого не делать. На данный момент я не готов вам сказать с юридической точки зрения, я не изучил пока что, просто не успел физически изучить принятый закон.
сегодня? Суть его я знаю, да, но во всех деталях я еще не изучил. Вне зависимости от того, признает, не признает и так далее, подпишет, не подпишет, если не ликвидировать незаконное финансирование, а это десятки миллионов евро, учитывая то, насколько слабы наши государственные институты, учитывая то, насколько бедны оппозиционные внепарламентские партии, учитывая то, что нет культуры поддержки оппозиционных партий, порядочных партий в Республике Молдова, учитывая общую бедность и так далее, самонадеянность наших бизнесменов, у которых есть какие-то ресурсы, финансовые возможности, но их это не интересует и так далее. Учитывая то, насколько вот это все неудачно слаживается, то есть все предпосылки, что та катастрофа, которая произошла, а это политическая катастрофа, это политический стыд, это испанский стыд этой власти, ПАС. Есть предпосылки, что все это повторится на местных выборах. И тогда поддерживать проевропейскую риторику партии действия солидарности будет очень трудно. Потому что если у тебя миллион или полтора миллиона человек будут жить на местном уровне под руководством мэров, которые являются представителями партии ШОР, партии социалистов, там Карамалака, еще не знаю, бог весь кого, то тебе будет очень трудно доказывать, что в нашем обществе есть стабильное проевропейское большинство. Я слышал, господин Гроссу, председатель парламента, в прошлый понедельник у меня в студии говорил о том, что нет, вот то, что случилось в Гагаузии, это да, это на местном уровне, там их центр избирком плохо сработал. А вот на республиканском уровне такое не повторится, потому что есть центр избирком, который организовывает выборы и будет следить за прозрачным финансированием избирательного процесса. Да, они уже признают партий. Тот факт, что незаконное финансирование политических партий, этих фасадов ОПГ, ШОР и так далее, что они не сумели остановить это финансирование. Почему господин Гроссу считает, что у ЦИКа есть больше оперативных возможностей, рычагов и возможностей, реальных оперативных, что мы говорим о наружке, слежке, прослушке, документации фактов и так далее. Почему он считает, что у ЦИКа есть больше возможностей по документированию незаконного финансирования политических партий, чем у Печи Кокс, прокуратуры по борьбе с оргпреступностью, и у СИБа? То есть, если СИБ с Коксом не справились, то это что, давайте переложим все это на плечи ЦИКа? А ЦИК справится? А если у нас на всей территории страны будут тысячи случаев подкупа избирателей, у ЦИКа есть необходимый человеческий ресурс, физический ресурс для того, чтобы все это задокументировать? Я сильно в этом сомневаюсь. Слушая вас, у меня создается впечатление, что на местных выборах у нас уже по некоторой сложившейся традиции левые партии будут бороться с левыми, а правые будут бороться между собой. Нет. Нет? Хуже. Хуже будет. Левые партии будут кооперироваться по внешней указке, будут между собой сотрудничать, так как это уже происходит в Кишиневе, как это происходит в Бельце. Против самых сильных кандидатов. Или, если как в случае с Кишиневым, левые партии выдвинут очень слабых кандидатов или вообще их не выдвинут для того, чтобы фаворизировать Ивана Чебана, чтобы он выиграл с первого тура. В то время как правые будут драться между собой и с Иваном Чебаном. И уже говорят о том, что левые договорились по единому кандидату на выборах президента. Это правда? Допускаю это с вероятностью 90%. Что это может быть Ирина Влах? Да. Или Иван Чебан? Или Ирина Влах, или Иван Чебан. Потому что и у Ирины Влах, и у Ивана Чебана есть амбиция стать президентом Республики Молдова. И на фоне упадка партии действия солидарности, на фоне стагнации всего того, что сегодня означает правый сегмент нашего политического поля, создаются все предпосылки для роста возможных новых центристских, центристско-правых политических проектов.
И партия перемен в этом смысле сделает все возможное для того, чтобы расти, чтобы выстоять, не сделать ни шагу назад, отстоять те города, в которых мы есть, доказать на деле, а не на слове. Больше произошла страшная деволаризация слова. Слово, обещание. Никто больше не верит словам. Спасибо. Поэтому надо сначала делать, а потом говорить. Спасибо, господин Глигер. Спасибо за участие в сегодняшней передаче. Что будет, мы уже обсудим с вами осенью, в сентябре, ближе к выборам. Удачи вам. Спасибо за приглашение. Уважаемые телезрители, это была новая неделя с Анатолием Голя. Это была последняя передача в этом политическом сезоне. Мы тоже закрываем сезон своеобразно. И увидимся с вами уже в начале сентября. Всего вам доброго, удачи. Кто будет отдыхать, хорошего отдыха. После нашей передачи моя коллега Яна Степаненко познакомит вас с новостями, с тем, что сегодня происходило в парламенте. Было много событий. Оставайтесь на ТВ-8. Всего вам доброго.